кусочек информации, который они предоставляют бесплатно, тоже не вредно. Но, это, но самым таким простым, точным и довольно эффективным инструментом это является мониторинг социальных сетей. То есть, если вы воспользуетесь, например, ну, тем же самым Brand Analytics, да, и поставите на радары упоминание Мариинского посада в цифровой среде, то вы увидите весь портрет. Ну, то есть вы ретро-данные увидите там за год. Я думаю, что трафик у вас небольшой, вы можете пройтись по минимальному тарифу. Минимальный тариф этот где-то там в пределах 25-26 тысяч рублей в месяц. Ну вот если такой бюджет, например, вам кто-то проспонсирует, то вот в пределах, соответственно, 250-300 тысяч в год вы будете в ежечасном, ежеминутном режиме видеть упоминания Мариинского посада в цифровой среде, причем и в соцсетях, это будет абсолютное большинство, больше 90%, и на сайтах, и кусочек информации, который они предоставляют бесплатно, тоже не вредно. Но, это, но самым таким простым, точным и довольно эффективным инструментом это является мониторинг социальных сетей. То есть, если вы воспользуетесь, например, ну, тем же самым Brand Analytics, да, и поставите на радары упоминание Мариинского посада в цифровой среде, то вы увидите весь портрет. Ну, то есть вы ретро-данные увидите там за год. Я думаю, что трафик у вас небольшой, вы можете пройтись по минимальному тарифу. Минимальный тариф этот где-то там в пределах 25-26 тысяч рублей в месяц. Ну вот если такой бюджет, например, вам кто-то проспонсирует, то вот в пределах, соответственно, 250-300 тысяч в год вы будете в ежечасном, ежеминутном режиме видеть упоминания Мариинского посада в цифровой среде, причем и в соцсетях, это будет абсолютное большинство, больше 90%, и на сайтах, и на форумах, и даже в открытых аккаунтах мессенджерах.